понимать шведам и финнам простые вещи. Что мы с ними будем в прямом боестолкновении только в одном случае. Если у нас будет война с НАТО. А если война с НАТО будет, она не будет там, понимаете, беспилотничками. Она будет ядерной. И нам все равно, сколько уничтожать стран. 28 или 32. Они должны это понимать четко. У нас бы всего хватает. На 32 хватит вот так. То есть, ну одно дело в Соединенных Штатах 300 миллионов. Ну там еще кто-то теоретически может выжить. Но у финнов там, у которых там 5 чуть больше, никакого шанса нет. То есть вот это им надо понимать. А то, что вы, сволочи, воевали на стороне фашистов, так мы это знаем. У них совсем недавно, они убрали только, у них свастика была эмблемой воздушных вооруженных сил Финляндии. Совсем недавно была свастика, там сказать, в каких-то там рюшечках там с крылышками. Вот мы прекрасно понимаем, с кем мы имеем дело.